Легкоатлетический кросс на Михайловском ГОКе смело можно назвать одним из событий года. Славная спортивная традиция. Его ждут, к нему готовятся. Выйти на дистанцию почетно, интересно, а для кого-то просто необходимо. Поболеть за Дениса Ермакова пришла жена и двое сыновей. Инженер-программист ЦИТА – четырехкратный победитель этих соревнований. Бег, в принципе, не только бег, вообще спорт людям много чего дает, и в плане какой-то отвлечения от работы. Главное – это, прежде всего, здоровье. На старт горняки приходят дружно. Желание победить превращает их из просто коллег в команду единомышленников, готовых отстаивать честь подразделения в труде и в спорте. Александр Козырев работает на МГОКе несколько месяцев. Участвует в кроссе, желая проверить себя и поддержать новых товарищей. Сердце бьется частично. То есть волнуюсь немного. Давно не бегал. Посмотреть, на что возможности мои хватит. Для большинства участников легкоатлетического кросса спорт, если не формула жизни, то ее важная часть. Регулярно занимаются физкультурой или стремятся к этому треть работников Михайловского ГОКа. И здесь хорошим примером своим подчиненным могут служить многие руководители структурных подразделений, которые выкраивают время в плотных и напряженных рабочих буднях, чтобы прийти в тренажерные или спортивные залы. Хотя бы раз в неделю пытаюсь все-таки каким-то видом заняться, либо футбол, либо волейбол. У нас периодически, особенно в зимнее время, проходят турниры по волейболу, поэтому зимой в основном это волейбол, ну а летом раз в неделю стараюсь выбираться на футбол. Кстати, в забеге руководителей Сергей Выходцев стал первым, опередив своих коллег и принеся команде дополнительные баллы. Впрочем, это справедливо для всех начальников цехов и подразделений, выходящих на старт кросса. Но есть среди участников забегов те, кто соревнуется в первую очередь с собой. На Михайловском ГОКе немало работников, которые показывают высокие результаты в труде и на беговых дорожках. Мастера и кандидаты в мастера спорта по легкой атлетике. Олег Гришин начал бегать поздно, в 40 лет. Но зато как, сейчас ему 45, и он многократный призер на дистанциях от 10 километров до марафонских. 500 метров, которые побегу сегодня, для меня не безразличны, поэтому буду стараться пробежать достойно и попасть в тройку. А почему не безразлично? Вот после 10, 20, 40 километров, да, марафон. Это свой, по-своему, свой кайф. В каком плане? Потому что другой вид тренировок, более скоростной. И 500 метров, больше как скоростная выносливость. Хочется попробовать себя на скоростной выносливости. В первой группе цехов лидер команда ФОК ЖКЗ. За ними следует дружина Рудника. У ПЗЧ третьи. Во второй группе цехов самыми быстрыми были УТК. За ними следует ЦЛМ и образцовый дворец культуры.